Всем привет! Здесь Коха, группа Пушкин Комьюнити. Сегодня 18 сентября, город Санкт-Петербург. Мы приступили к съемкам видеоролика на одну из наших песен. Movie Hall, съемочный павильон. Сейчас мы вам покажем и расскажем, что здесь происходит и что будет происходить сегодня в течение практически суток. Итак, погнали! Реквизит. Одна из частей реквизита, которая сегодня будет использоваться. Гримерка. Можно, мадам? Да. Можно. Пожалуйста, Берта Бертрудова. Не, постараемся ее не отвлекать. Я только поцелую ей руку, потому что ей надо целовать только руки. Спасибо. Здесь скоро появится народная артистка Галина Сидоренко, меццо-сопрано. Окей. Идем дальше, не будем мешать. Андрюша Насимов. Самый главный по крану, вот по этой большой штуке, которая будет выдвигаться и летать вот здесь. Вот, вот там вот немножечко дальше Сережа Великан, человек, который отвечает за звук и за свет еще здесь. Это наши красавцы, ребята, струнная группа. А вот здесь стоит одинокий странник из Москвы. Это режиссер и главный действующий человек, который вообще двигает все это, Юра Давыдов. Но не будем ему мешать. Размораживаем. Здесь у нас все готово для того, чтобы снимать на черном кабинете наших музыкантов, нашу команду. Идем, ничего, идем дальше. Вот смотрите. Let's go. Наш админ Валера Сильванович. Работаем, работаем дальше. Здесь у нас хор. Вот они, наши красавицы, готовятся. Вот они все здесь готовятся у нас. А здесь, обратите внимание, ба, да это же сам Фил Сохо. Не будем мешать. Наталья, работайте. Кто этот мальчик? Да это же сам Александр Андросенко. А вот там, немножечко подальше, Саша Куликов, которые сегодня в этом ролике вместе с нами. Пока у них отдых, группа «Северный флот» отдыхает, Саша пока у нас. Итак, здесь, посмотрите, здесь пока все тихо. Лариса Геннадьевна, непосредственно руководитель хора, прекрасного хора, который сегодня с нами работает в этом ролике. И уже не первый, кстати, раз. Вот долгие годы сотрудничества. 28 лет. Ни хрен собачий вам, как говорится. Смотрите, какие красавцы. И это еще не все. 40 человек еще на подходе. Вот здесь вот, пожалуйста. Вы, как вы думаете, кто может стоять возле чайника? Естественно, Иваныч. Больше никто. Собственно говоря, на этом закончим. Надо работать. Продолжим позже. Спасибо.